обострение. Белорусский. Бля, ну тут что, один грохот, слышал? Этот мост. Мы играли, короче, российский финал, и вышел, короче, секундант, и вышел, и фига, и вышел секундирует, как ты имя, блин. Короче, его спортсмен выиграл, он такой, блядь, я говорю, ну, сейчас, я смотрю, говорю, Андрей слушай, а это золотая карточка за мат на площадке нет? Ну, в России-то да, но в Израиле тут язык никто не знает, поэтому можно. Что, показать Андрею Владимировичу эту карточку? Потом он мне красную годиком 4 показывает. России. А вот здесь страшно делать. Зарезать телефон. Телефон залезть. Не надо. Хочешь этим, что Шакир все фиксирует. Конечно, он может не сказать, но все записывает. Сейчас тебе минус бонусы пойдут, не забывай. Бонусы? Ну да, бонусы-то хорошие. Я же минус бонусы пойдут, понимаешь. А, то есть есть плюсовые бонусы, есть да, минусовые. Да, есть плюсовые, есть минусовые, да. Тут 18 пока, еще только 18, у нас тут всего лишь 7-й бой. Ну, Кинг Клан вчера выслал, короче, 90 и 70. 160 человек вчера, я думаю, боев 140. По 30 даже, думаю. Ну, что-то по 30, даже по 20. Ватер, уже 18, это квадрофинал, четвертьфинал. А у нас Кинса, у нас девки 53, пацы 53. Я думаю, боев 30. Ну, где-то наполовину меньше, чем вчера. Ну, если у нас квадрофиналы были 40-е вчера, то сегодня у нас 18 уже четвертьфинал. Как только четвертьфинал начинается, это получается раз, два, три, четыре, семь боев на вес. Четыре четвертьфинала, два полуфинала и финал. Ну. Правильно? А у нас ты посмотри, с какого я посмотрел 18, может квартерфинал вот раньше. Я вас не говорю, что подожди. Квартерфинал. Посмотри, там был кинго поставить. Там все равно. Ну как же далее? Вот 17-й бой уже квадрофинал. Вот это 16. Сколько весов у нас получается? У нас мальчики 53, девки. Женщины 53, еще бонус. Не знаю. Значит, это 17-й бой уже четвертьфинал. Считаю. 14. 17 плюс 4. 35, 35, 31 бой. Ну, 32 максимум, там, с ошибкой. Окей, выиграли, да?